В Воронеже на бульвар Победы появились необычные баннеры с добрыми словами и пожеланиями. Узнаем у воронежцев, как им такой подход к украшению стройплощадки. Вы часто улыбаетесь? Когда весело, тогда улыбаемся. А вот такие баннеры вам повышают настроение? Да, очень. Да, прям прекрасно сегодня прошли, прям хорошо так это. Сразу повеселее стало. Вы часто улыбаетесь? Если хорошее настроение, все прекрасно. Почему не улыбнуться? Ну как вы относитесь вот к такой идее? Хорошо. Людям. Я вижу, что люди все идут, читают. Обращают внимание. Ну да, да, потому что очень хорошее содержание этих всех баннеров. Смысл у них хороший. Вы часто улыбаетесь? Стараюсь. А такие баннеры вам повышают настроение? Ну, в данный момент не повышают. Почему? Ну, потому что это же неудобство. Как такой вот вам подход? Не просто металлическая стена, а вот креативные картинки с пожеланиями. Это очень. Я сегодня все прочитала. Это мне очень понравилось. Я даже вот и сейчас иду на обратном пути и любуюсь этим. Вы часто улыбаетесь? Не очень, наверное. А такие вот баннеры вам повышают настроение? Только что шла, да, и подумала, красивый баннер. Да, интересный. Да, симпатичный. Ну как вам такой подход, расскажите более вот обширно. Это лучше, чем просто вот металлическая стена? Естественно. В первую очередь потому, что сразу узнаешь, что здесь будет, да? То есть за забором непонятно, что за стройка. Мы часто улыбаемся. А такие баннеры вам поднимают настроение? Да, особенно их цена за квадратный метр. Прям вы про баннер говорите или про дом? Я про этот дом и его цену. Ну вообще, в принципе, как вам такое задумка, такая украшение застройки? Нет, на самом деле интересно, я уже успела посмотреть, что на некоторых фрагментах указано, что будут продукты свежие всегда и так далее, рекламы какие-то маленькие идут, ну достаточно интересно. В целом хорошая вот задумка такая. Согласна. Да? Поддерживаю, как дизайнер. Как дизайнер поддерживаете? Да. Спасибо большое, всего доброго.